Алло, алло, меня слышно? Вот, надеюсь, что меня слышно. Да. Все это немного спонтанно. Я обычно пытаюсь как-то морально подготовиться к чему-то такому гораздо подальше, но я подумал, что если тут уже есть три человека, которые смотрят стрим, то имеет смысл уже потихоньку начинать. Да, у меня есть все, что мне нужно. У меня есть мой кофе, у меня есть мой планшет. Все, что уже можно было поесть, я уже съел. Так что, да. Если у кого-нибудь есть какие-нибудь идеи по поводу того, что мы можем рисовать сегодня, то вы можете уже их писать. Раз-два. Раз-два. Эй. Окей. С последнего раза, когда я пытался стримить, я не поменял ничего из техники, но я поменял сим-карту в своем роутере на другого провайдера. И волшебным образом... все проверки стрима показывают, что ну как бы 720p и хотя бы там 1000 битрейта это уже то, что я могу делать и не пропускать половину кадров. Так что будем надеяться, что это станет нормой. Будем надеяться, что можно будет стримить в хорошем качестве. Я забыл уйти в Discord. О, мне даже показывается, что я стримлю в Discord. Отлично. Да, хорошо. Если кто-то захочет присоединиться, то чат Дискорда активирован. Я знаю, что я услышал как минимум 3 человека. Скажите что-нибудь в чате. А еще лучше предложите то, что мы будем рисовать. Начинается, что в Дискорде показывается, что я стримлю. В прошлый раз это было... Эта плашечка не высвечивалась, и мне кажется, что основная как моя аудитория — это люди, которые меня уже знают. Поэтому обиднее всего, когда кто-то, кто хотел прийти на стрим из моих друзей и знакомых, не смог этого сделать, потому что он не знал, что я стримлю, или потому что Твиттер решил, что я не буду показывать этот твит в ленте, потому что в нем есть ссылка, и алгоритмы говорят о том, что никто не хочет кликать на ссылки или еще что-нибудь вроде такого. Очень долго пытался решить, что, хочу ли я сегодня стримить рисование, или я хочу сегодня стримить какую-нибудь игру. Я даже вспомнил отличную игру, которая подошла, потому что я очень давно хочу пройти Black Mesa новый. Я не мог найти повод, а также найти время. Мне кажется, это могло бы быть забавно. Так что, если вам кажется, что все это очень скучно,
если вам кажется, что я не рисую попит на самом деле. Это просто разминаюсь перед тем, как появится первый заказ. Да, если вам кажется, что все это ужасная затея, мы можем прямо сейчас пойти и играть в какие-нибудь видеоигры. Это всегда опция. Потому что это единственный способ сделать так, чтобы я во что-то играл. Потому что я в последний раз играл в игры. Сложно представить, когда. Камон, хотя бы один реквест. Какие три человека просто тихо сидят в чате и... И им ничего не нужно, чтобы я рисовал. Это очень печально. Мне всегда кажется, что люди недостаточно утилизируют мою безграничную королевскую щедрость в этом плане. Мне кажется, только один раз ко мне на стрим зашел кто-то и просто попросил нарисовать своего оригинального персонажа. И я нарисовал, потому что это не обязательно должно быть что-то, что, не знаю, фанатно, что-то, что я видел или то, что я играл. Это может быть же все что угодно. В ваших руках безграничная власть стоит рисовать меня абсолютно все что угодно. Если я захочу, если мне покажется, что это будет забавно или интересно, разумеется. Музыка, по-моему, громковата. Можно сделать немного потише. Окей, я уже стрим идет уже 10 минут, и никто еще ничего не сказал. Хотя я знаю, что тут сидят какие-то вьюеры, потому что Twitch показывает мне, что тут 2 viewers. Hello to viewers, please request art. You will receive one art. For the price of you writing it in chat. This has been a public service announcement. I don't know what you're talking about, Ринза. О, Андрюшка, здравствуй. Ой, дедушка Безухан, здравствуйте. Съедобного кота. Дедушка, тебе придется объяснить мне, миллениалу, что такое съедобный кот. Это обязательный пререквизит того, что я нарисую съедобного кота. Тебе придется объяснить мне, что это такое. Это какой-то мем? Или... Если у меня не будет контекста, то я нарисую что-то, что... То, как я просто интерпретирую это словосочетание слов. Хотя, впрочем, может быть, так будет даже забавнее. Съедобный кот. Окей, у нас есть... Окей, я рассмотрю эту заявку. Fox Pixar Media. Но сначала съедобный кот.
Спасибо за... Thank you for hosting my stream. It's very nice. Дедушка Барзухан, если ты хочешь, то можешь присоединиться ко мне в Дискорде и поболтать о чем-нибудь. Это всегда опция. Черт. Ладно, жалко. Я все равно приглашу тебя в этот Discord на всякий случай. Потому что всем нужен еще один сервер в Discord, который они заметят. Да. Кто эти люди, которые живут по нормальному распорядку дня? Я не знаю таких. Может, потому что мой распорядок дня далек от того, чтобы быть нормальным по многим причинам. Окей, пришла музыка из Undertale, стрим ушел в максимум овердрайв. Дедушка Безухан, ты меня подставил, ты заставил меня рисовать зверей. Теперь все знают, что я могу рисовать только очень ограниченный спектр существ. И кошки в него не входят. Да, но код в Малэре был смоделирован, он был не нарисован. Это важное отличие. Каждый может переставлять... Ладно, хорошо, не каждый. Я чуть не обидел очень много 3D-художников. Но... Мне кажется, что есть разница между тем, чтобы делать 2D и 3D. Ох уж эти мне геймдизайнеры. Для вас все художники на одно лицо, да? Еее, Нлорд, привет. Если это код, который буханочка, то он, наверное, должен быть целиком сделан из хлебушка. Я вижу свою ошибку уже. Это не должен быть код, помещенный внутрь хлебушка. Это должен быть органично сделанный булочный голем.
Да, но запрос был именно на съедобного кота. Что? Что? Я отдельно рисую, что... Я, мне кажется, рисую все вполне себе по техническому заданию. Если съедобный, съедобный кот, то хлебушек. Окей. Это классик. Нет, нет никакого длинного гибкого хлеба, так что я думаю, это будет просто батон. Вместо хвоста. Будет просто такое, у него будет текстура сыроватого батона. Но для ног не хочется использовать багет. In багет. Я пошел гуглить хлеб. Можно я найду что-то интересное. О, я уже референсил что-то интересное. Вместо багета это может быть посыпка с... Нет, или нет. Хорошо. Другая идея, другой план. Другой план. Будет посыпка из тмина. Ой, кунжута, господи, почему я сказал тмин? Ах да, потому что час ночи, и мой мозг отказывается работать. Круассан. Да, идеально. Может быть, я хочу сделать вместо круассанов... Да, я, пожалуй, сделаю вместо ушей круассаны, а хвост будет багет. Мне кажется, это будет более логично. I can only do one. I can only do one request at a time. So if you made a request before that, you'll have to wait. I'm sorry. Cat bread is a priority. We simply cannot change that. Окей. Ноги. No, sorry. My game is currently only on Windows 64 bits, so... I wouldn't be able to build for iOS even if I really wanted to, which I do, obviously I do want to make it as accessible as possible, but I just have no ability to do so because I don't have an iOS machine of any kind, if you don't count an iPad. Ты же вроде, дедушка Брусухан, ты вроде же меня и так по дефолту ретранслируешь, нет? Или только я тебя по дефолту ретранслирую? Но у меня никакого сообщения пока не высветилось, так что... С
столько типов хлеба, и ни один из них не подходит для ног. О, косичка. Косичка, отлично. У меня есть план. О боже, нужно... печная моя... Беда, как рисовать косички. Ладно, я нарисую косичку попроще. Просто вот так. Я думаю, это все еще сканируется как хлебушек. Нет, я знаю, что как бы я могу сделать части кота чем угодно, но мне кажется, что в этом есть какой-то свой тоже челлендж. Эй, привет, Экспер. Вау, у меня 9 целых зрителей. И все, это нужно было начинать рисовать кота, похожего на буханочку. Рецепт проблемы с тобой был так прост. Что, 10-11? Я что-то пропустил? А, количество? Вау! 11 человек смотрит на кота-буханочку. Мой абсолютный рекорд. Не будем терять моментум и сразу доведем этот скетч до какого-нибудь хорошего состояния. Мне придется покрасить этот скетч, потому что, мне кажется... Текстура сразу добавит много чего. Да, для людей, с которыми редко стримят, вроде меня, я полагаю, что Дедушки Барзухана — это всегда большой челлендж. Потому что интерфейс Твича постоянно меняется, и непонятно, как добраться до функций, которые были в каком-то одном месте, но теперь непонятно в каком, если вообще есть... Yeah.
Хороший вопрос, Разухан. Зачем я отражаю каждый периодически рисунок слева направо? Это потому что... Ну... Есть какие-то косяки, которые ты видишь только когда твой рисунок отражен в горизонтали? То есть это прям частая история, что тебе кажется, что твой рисунок выглядит хорошо, но ты потом отражаешь его зеркально и понимаешь, что в него там он выглядит вот так, потому что ты не замечал ничего плохого, пока не отразил. О, господи, спам-боты. Это означает, что я официально популярный стример, если моим 8 зрителям пытаются что-то прорекламировать. Окей, я буду ответственным. А как это делать вообще, господи? Забанить. Забанен. Ей. Я кого-то забанил на своем канале. Наконец-то это случилось. Экспар, если ты хочешь присоединиться к этому безумию в Дискорд-чате, то двери всегда открыты. Если ты еще не работаешь, если ты, вернее, еще не занят какими-нибудь очень важными делами. Я могу проверить, слышно шумно тут, я просто на работе сейчас сижу. Если у меня... Ну как на работе, я сижу, потому что жду Василису. Не то, что я работал. Ты, возможно, немного громковат? Или нормально? Чат, Экспар говорит слишком громко или окей? Нет. Не, я тебя в Дискорде смогу сделать потише, если что. Тебе ничего не нужно будет делать. Громковато чутка. Почему user volume 200%, интересно? Скажи что-нибудь хорошее. Громче. Ишь ты, там сидит, возникает. Чуть громче положенного, Андрюшка. Чуть громче положенного. Я отсюда. Я считаю, да. Оскорбление. А что-то у нас тут просто на работе решили выходить, ну, не full неделю, а несколько дней в неделю. Ну, типа, чтобы общаться, что ли, с людьми. И вместо того, чтобы общаться с людьми, ты пришел пообщаться со мной? Нет, ну, слушай, чтоб людей уже не осталось. Ну, все уже домой ушли. 8 часов. А ты, почему ты на работе? А я... У меня тут Василиса рядом занимает на барабан. Я... Она прям вот... 100 метрах. Да. Да, я просто жду. А-а-а. Домой поедет. Годы идут, ничего не меняется, да? Да, я тоже. Только мы поедем не на моей машине, а на метро. Ну да ладно. Вы специально подбирали место, чтобы вам было так удобно? Ну, нет, так совпало. Просто реально. Просто так совпало. Она не выбирала. Ну, типа, она еще до приезда в Москву уже знала, в какую идти школу. А тут раз, такое совпадение. Классно. А так делаем работу. Прикольно. У нас недавно тоже... Наш директор говорит, а что вы думаете насчет
второго проекта? Ну, типа, давайте накинем идеи там. То, может, что начнем делать? Ну, не прямо сейчас, типа, начнем, а ну, уже у нас с этим проектом уже более-менее устаканивается. Через пару месяцев, может, давайте соберем, как это называется, группу, инициативную группу, придумать идеи для проекта. Мое лицо сейчас просто на 90% изображает зависть. И только процентов на 10 радость за тебя. Нет, ну у тебя-то тоже... Ну, нет, а тебе... Что, новый проект или что? Или что? Ну, мне кажется, всегда круто, когда а, у вас есть новый проект, и б, вам дают немного на него поучаствовать. Эй, спасибо, Z1 Fan of Sports. Мне кажется, все равно это... Я все равно буду делать там эффекты. Ну, то есть, давай так. По большей части. Я... Со времен Старфола делаю одни и те же эффекты просто на протяжении всего этого. Но тебе же это нравится, правда? Ну, нет. От проекта к проекту у меня такое ощущение, что ничего не меняется. Да ладно. Ну ладно, ладно, поменялся, я теперь делаю это на Unity. Что ты делаешь? Нет, я не буду пропихивать Steam. Но почему? Я имею в виду, я теперь... Ну, потому что, типа, Steam-пан... Нет, там надо не сеттинг этот, надо идею. Если я приду, скажу, знаете, а давайте сделаем игру по Steam-пан. Мне кажется, такая. Если я скажу, о, давайте сделаем этот Battle Royale Steam-пан. Ну, почему бы нет? Его еще такого не было, насколько я знаю. Steampunk Battle Royale. Think about it. Нет. Ну, как вариант, может быть, и был, только он не дожил. Не дожил, чтобы увидел свет. Чтобы о нем кто-то услышал, да? Да, да. Тоже вариант. Как в целом дела? Нет, ну так нормально. Я сделал себе вторую прививку уже. О, чипирование. Второе чипирование. Классно. Расскажи об этом все. Ну, вообще, я после первой прививки Василюха пролежала с температурой день. Ой. Ну так, ну знаешь, как при гриппе вообще. Я вообще хоть бы, ну вообще, я даже не заметил каких-то хоть, ну, может, недомогание было, но такое, знаешь, как будто ты поспал 5 часов, такое легкое недомогание. Второй раз, вот мы в понедельник делали, Василюха опять с температурой, с головной болью, температура там ломка, а мне вообще, мне еще врач говорит, ну, я так поняла, у вас первая прививка легко прошла, но вы учтите, вторая для вас может стать сюрпризом. Никакого сюрприза, абсолютно никакого сюрприза. Так же, как после первой прививки. Ты бессмертен, я так полагаю. Ну, я не знаю, слушай, почему так. Я сам немножко удивлен, ну, типа... Знаешь, это им. Ты был худшего мнения о своем иммунитете? Алло. Алло. Изи. Что такое? Разобрался так. Совсем по-быстренькому. И еще этот к нам сейчас этот. Ну, где мы? Мы же в Open Space. Open Space, в открытом космосе работаем. И к нам сейчас новая студия приедет.
Это типа тоже разрабатывали. Не-не-не, типа мы, ну как, они просто будут рядом с нами работать. Просто рядом с нами. В одном open space. Просто интересно. Слушай, я за всю жизнь, сколько работал я не видел живых фиксеров других, кроме себя. А там будет целый один другой фиксер. Не знаю, может там типа обмен опытом. Черт, подожди сейчас, Андрюшка. Я, по-моему, просто... Что, Андрюшку обделяют? Ну да, у тебя тут 2 стояло. А хотя 2 из 10 написано. Может, у Андрюшки прав нету? Да-да-да. Никаких. Я что-то забеспокоился и добавил только определенных людей, которые могут заходить в этот канал. Я добавил тебя, Андрюшка. Вдруг будет залетать какие-нибудь чуваки с банвордами. Привет. Эй, привет. Че, нормально со звуком? Да, слушай, ну ты же у нас стример, у тебя должно нормально все быть со звуком. Я микрофон покупал в свое время, конечно. Это не я в наушничках тут начинаю. А что у тебя, Андрюшка? Да подожди, тут звезда Ваня. Ваня тут стример. Давай Ваню послушаем про его жизнь. А что, я и так... Что мне слушать? Ну, расскажи нам что-нибудь про себя, как у тебя дела, Ныч. А нет, не понимаешь. Андрюшка, это так не работает. Вы приходите в мой чат, чтобы вы развлекали... весь мой стрим и рассказывали, как у вас дела. А я в этот момент такой просто рисую, моя голова тут в левом верхнем углу, и я такой киваю и иногда задаю какие-нибудь странные вопросы. Вот как это делается, я понял. Да. И тебе нужно что-то такое же сделать на своем канале. Черт. Ну, да, я просто не знаю, что рассказывать на самом деле. Потихоньку живу. Потихоньку. Да. Как ребенок? Отлично. Она маленькая, она уже такой человечек. Напомни, ей есть год? Да, в апреле был год. Самая такая прикольная пора. Он пришел, тут сейчас будет страсти всякие. Ну, расскажи какие-нибудь страсти. Тебе кажется, что это самый проблемный возраст? Нет, год наоборот, это самый прикольный возраст, когда там идут всякие новые открытия, там неожиданности, приколюхи, когда начинает ходить, когда вот все вот эти вот странные вещи делать. Это самое прикольное время, серьезно. Компания наступает 15-16 лет, тоже всякие новые открытия, приколюхи. Поэтому я очень рад, что у меня пацаны, а не девочки. Потому что в 15-16 лет я не знаю, что бы я делал. Ну, да, это... Это определенно прикольный возраст. Потому что... Ну, как бы... Мне кажется, после определенного момента она просто начала гораздо быстрее... не знаю, понимать какие-то вещи. Что ты сделал? Зачем ты закрасил классные уши в черный? Я спокойно. Я просто хочу добавить оттенков. Понимаешь? Я хочу добавить... Господи, как сложно. Ты думал, я тут фигней занимаюсь, дедушка? Нет, я никогда не думал, что ты занимаешься фигней. Но я всегда удивляюсь, что это сложно. Нет, это просто пара хаков. Ну, то есть, понимаешь, со стороны несведущего человека, типа, меня как это выглядит. Художник водит стилусом над планшетом, и появляются чудеса, как бы. А вы, оказывается, очень сложно это делать. Кстати, ты, Ваня, тебе не присылал вот этот сервис-то по озвучке, по AI-озвучке предложения, типа, паки? Мы, говорит, мы хотели выложить бесплатно паки на
это маркетплейсе у анриловцев, но они не разрешили нам, и типа мы просто присылаем всем ссылки теперь. Нет, не видел? Нет. Да. Может и было, но я с какого-то определенного момента перестаю читать, что мне какие-нибудь там сервисы, на которых я зарегистрировался один раз и просто забыл про их существование. Не, так-то сервис прикольный. Андрюшка, не слышал, которая озвучка АИ? Ну, там есть несколько известных личностей. Ну, как известных? Ну. Да, я понял, о чем ты. Ну, я типа, слышал, да, но... Да. И что, собственно? Не, ну, это прикольно. Типа, звучит. Ты заказываешь средненькую озвучку такую, ну... чуть меньше, чем средненькую у известного человека. А кто там из них известный? Не знаю, там кто-то был. Я даже не запомнил. А еще, кстати, в нем прикольно, что при регистрации они берут печаток твоего голоса. Ну как? Ты начитываешь текст, и он тоже уходит в базу. Ну то есть потом твоим голосом тоже могут пользоваться. Спасибо, но чтобы... нет, спасибо. Представь, Ваня, чтобы Мэлори говорила голосом Чака Норриса. А я уже проверял. Ну, конкретно это. Да, ну нет, так-то. Ну, это, а это голос Каташа был, а не Мэлори. Я, по-моему, делал одну для Мэлори, но не постил. Ваня, ну, нет, слушай, для кота получилось неплохо. Если, да. Если бы не вот эти... Аишка делает откровенное косяки, это между словами, такие заикания, ну не заикания, какие-то щелчки, я не знаю, что, как это назвать, mm-hmm. которые палят ее сильно. Да. Это она общается на машинном. Ну, то есть надо зачищать вот эти промежутки. Ну да, так. Это был... Mallory, wait, I wanted to apologize for being so insistent. Forget all this. Нет, это не бот. Это я кота запихнул и нашел просто самый такой... Секси голос. It's nonsense about stories and arrows. Да. You're right, being извините, cautious да. of the world beyond these walls. Извините, уважаемый небот. А, вы не слышите, наверное, да? Да, мы не слышим. А, sorry. Beautiful. True. На стриме-то, может, и слышат, но я стрим заглушил, чтобы... Ясно. Ну да. Violent and cruel. Да. Что, мы не услышим, значит, да? Да, вы говорите поверх этого аудио, это хаос. Давай, Ромашка, нам намекает, что нам нужно заткнуться. Не, да, это ничего. Я не была одна в этот раз. Там был еще дреймер, и они не одна. Что, мы не услышим? Ладно, пофиг. В общем, да, есть такой сервис, который... Теперь вы слушаете стрим, на котором я это показываю, и транслируете это в Discord. И вы слышите это аудио, как вы его перебиваете, и перебиваете меня сейчас. Инцепция просто какая-то. Инцепшн. А, я себя слышу. А, что происходит? Господи. Ты кто-то транслирует? Я, наверное, я не знаю. Наверное, может... ты. Ну-ка, слушай, а если я включу вот? Ты кто-то транслирует... Ты слышал сейчас что-нибудь? Да, это ты был. Ну, извиняй. Ну все, я... Все это время это был ты. Ну, я зато услышал Мэлори, я успел, да. Да, Мэлори вышло не очень, но вот это... Не, кот мне понравился. Да, кот прикольный вышел. Он такой прям... Ну, у него такой голос, ну, глубокий, как это. Глубокий. А знаете, какой еще кот получается отличным? Съедобный. А я думал, с комментариями. Ну, кот с комментариями тоже отличный. Кот, съедобный кот с комментариями — это какое-то блюдо, да? Нет, просто съедобный. Okay. Просто с комментариями. Ладно, я думаю, надо дать шанс другим заказам. Да, это был отличный съедобный кот. Большое спасибо. Как его зовут-то? Булочка. Нет, ну, я тоже так хотел назвать, извини. Ну не, ну какая булочка? Может, буханка? Может, буханка? Буханка. Может, какой-нибудь каламбур, там, не знаю, между там
Кэтбрэд, не знаю. Нет, классическое кошачье имя, плюс что-то хлебное, там, не знаю. Хлебсик. Мне ничего лучше, чем какая-нибудь бурка. 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 Нет, мне это нравится, потому что это очень... Это звучит очень по-дурацки. Окей. Тупо. Ты не против бурки? Я только за. Окей, бурка. Бурка it is. Мне жалко этого котика. Он просто когда-нибудь станет черствым. Он перестанет быть мягким, а будет черствым котом. Не переживай, его гораздо раньше съедят. Нет, если он станет черствым, он уже никому не нужен будет. Не переживай, все мы когда-нибудь станем черствыми. Окей. Или станем никому не нужны. Добро пожаловать на веселый стрим. Добро пожаловать в честный мир. Славно. Че, кстати, Андрюшка, ты играл Mass Effect Legend? Нет, я не знаю, зачем мне это делать. Не знаю, ну, ты же больной. Спасибо. Не, на самом деле, я правда не вижу ни одной причины играть в Mass Effect Legendary Edition. Ну, да. Ну, мало ли вдруг. А как же заново пережить эмоции? Но я не уверен, что это получится. Плюс я уверен, что меня будет жутко выбивать из повествования то, какое удивленное лицо периодически там делает Шепард, а он его там делает. Ну, возьми женского персонажа. А он и женский там делает. Ты не видел эти замечательные, нет, где нет. Там через каждые 30 секунд Шепард пучит глаза и в ужасе вспоминает, что у него, не знаю, там утюг не выключен на Нормандии. Это из серии, это, знаешь, пам-пам-пам. Да, 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 именно. Я не совсем понимаю этот заказ. Ну, тут что-то хотят. А где ты вообще смотришь заказы? Я просто листаю чат. Ты на Девинарте что-то? Я не понял. Ну, да. Ну, кажется, это какой-то медведь. Ну, да. I guess медведь. So. Я из Сибири, просто я знаю, что это медведь, я их разбираюсь. Ну, это медведь. Медведь не штана. Я из Сибири, поэтому, в отличие от других людей, я могу определить медведя по картинке. Продолжайте жаловаться, я больше не буду вам подсказывать. Нет, извини. Просто... Где для заказа? А, черт. Ты снова... Ты вновь подвел меня, Старскрим. На самом деле, вот заказ тебе. Не орк и не суккуб. Не орк и не суккуб. Нарисуй не орка и не суккуба, да? Отлично, я знаю, что я нарисую. Если это не орк и не суккуб, то это будет... Вот эта интрига повисла в воздухе просто, я вот сейчас... Это будет куб. Это будет... Орк-куб. Орк-куб. Он такой милый был, пока ему нос не приделали. Это, я знаю, это орк из Майнкрафта. Не обманешь. Господи, он куб, потому что у орка последняя часть от суккуба. Это такой метал. Господи, у меня мозг распухает от одной только мысли об этом. Окей, дан. Это потрясающий. Это быстро, это было не быстро.
Главное, это было талантливо. Ах, меня аж прям распирает. Верни, куда ты его дел? Это будет новый маска, он будет где-нибудь здесь просто стоять периодически. Будет. Создавать нужную атмосферу в стриме. Композицию, чтобы Котохлеб стоял на Оркубе. Вместе они... Вместе они трансформируются. Собираемся. Рейнджеры. Котохлеб и Оркакуб. Бурка на Оркубе. И вместе их ждут следующие приключения. Я надеюсь, твой следующий комикс будет про вот этих двух товарищей, правда? Конечно. Да, да. Не, Андрюшка, подожди, это должен быть не комикс, это должен быть платформер. Где, знаешь, где типа из серии викингов, где котик должен, этот... Оркакуб должен помогать котику забираться, а котик должен приманивать каких-нибудь ворон. Это потому, чтобы... что он из хлеба. Да, да, да. Чтобы Оркакуб с ними разбирался. Мне кажется, отличный, Ваня, отличная идея для игры. Пора начать делать. Я так понимаю, сразу после Мэлори. Да. И скажи, и после Мэлори, и после этой комикса, да, и еще. Знаешь, ты вот сейчас двигаешь их по вот этому горному ночному пейзажу, и мне вспоминается эта старая картинка с женщиной на лыжах, которая «Добро пожаловать в интернет» или как там? «Добро пожаловать на мой стрим». Я вольно отказался от твоего следующего заказа. Прости, лорд. Но... Скорее всего, я все на его возьму, даже если это не будет не рука. Мне кажется, нам не хватает чего-то здесь. Рассудка, здравого смысла, чего конкретно? Нет, ну, чего-то необычного. А, необычного. Необычного, думаешь, чего-то не хватает? Ты смотришь на это все и думаешь, нам хватает чего-то, не хватает чего-то необычного. Привет, Сэн. Да, это Оркуб. Это то, что получается, когда орк любит суккубы. Уборг. Может, это лучше? Но по любви ли это было? Конечно, по любви. Я знаю, не хватает портала под ними. Нет, портал это слишком пошло, как-то банально, избито. Портал? Избито? Ты чё? Я не знаю, тогда портал это тоже должно быть какая-то производная от орка и... Я не знаю ни одного слова, которое заканчивается на тал. Любой глагол. Сэн, может быть, у тебя есть идеи, что мы будем рисовать дальше? Sorry, Fox Pixar Media, I didn't really understand. Like, I understand your request, but I didn't really watch this cartoon when I was, like, ever. So, it's kind of a strange thing to draw something I have no knowledge of. Нарисуй тогда этот молочную бутылочку... щенка. Подожди, тут в чате есть слово суккубочка. И я это вижу как бочка крылатая, там, не знаю, в бикини. Остановите. Нет, это мне нравится, бочка в бикини. Ваня, бочка в бикини. Я так полагаю, Ваня начинал стрим и думал, что сейчас придут люди, которые попросят его нарисовать что-нибудь красивое, возвышенное, прекрасное. Тут бочка в бикини. Я вижу, ты здесь новенький, да? Я наивен, да.
Абнер. Абнер. Абнер — это медведь. Я как сибиряк, я разбираюсь. Пау. Проклятие, Абнер — это не медведь, это бразильский футболист. Ну, нет, конечно, хотелось бы дойти до Корнелии, но... Ну, надо отдыхать, да, Ваня. Надо отдыхать от серьезных работ. Поэтому бочка. Сука, бочка. Может быть, все-таки щенок... Щенок-молочная бутылка? Давай, я хочу щенок. Хорошо. И который не полностью. Щенок, который полон... Который наполовину полон. Или наполовину пуст. Лучше наполовину опустошен. Но он грустный. Тогда, Ромашка, ну тогда тебе придется просто придумать какую-то игру слов на этом завязанную. Не знаю. Старайся. У тебя есть примерно 30-40 минут, чтобы придумать какой-нибудь интересный каламбур. Потому что я буду долго... рисовать. Так. А вот это передняя часть щенка или задняя? А это решать вам, слушатели. Молоко должно быть какая-то это порода собак, как-то с этим, ну, созвучно, не созвучно, не знаю. Созвучная порода собак. Ну, далматинцы. Молокорги. Молокорги. Да. Молокорги. Отлично, просто замечательно. Окей. Молокорги. Ну, у него вот должны тогда короткие лапки быть такие. Ну, все еще впереди. Угу. Сейчас это выглядит как то стреляющее растение из растений versus зомби. Оно называется горохострел. Вау! Вы говорите со специалистом. Просто у меня как раз сейчас дети прутся по растениям против зомби почему-то, и да, я теперь знаю. Я думал, тебя на работе заставляют проводить научные изыскания среди других мобильных игр. Так, типа, посмотрите, что мы можем позаимствовать у этой игры. У этой свежей и необычной игры под названием Plants vs. Zombies. Ну, она на самом деле клевая. Ну, правда. Ну, я думаю, у всех был период, когда... Не знаю, я говорю только за себя. Но у меня был период, когда я очень много играл в Plants vs. Zombies, а потом не вспоминал об этой игре никогда. Не, я не помню вообще хоть раз, чтобы в нее играл. Господи, и не начинай. У меня сейчас младший, короче, постоянно просит включить ему на Ютубе какой-то мультик анимированный по растениям против зомби. И там какой-то адовый сюжет про то, что подсолнух пытается защитить дом, в то время как сумасшедший Дэйва превратили в зомби, и он проник внутрь, там притворяясь нормальным безумным, но они его загипнотизировали, чтобы он снова стал обычным, короче, но гипноз про... Простите, что я вас в это все втянул. А твои дети не натыкаются? Я что-то в ютубчике часто натыкаюсь на... Сиреноголового? Нет, ну, а при чем тут сиреноголовый вообще? Я не знаю, просто все дети... Просто все дети сейчас просто про этих картунка это, да, сиреноголового, просто... Безостановочно, постоянно. Ну, типа, сиреноголовый не входит во вселенную SCP. Ну, типа, это же откуда-то он из другой придуманный. Ну, типа, это не SCP-шка. Ну, да, это Тревор кто-то там, я не помню фамилию. Почему помню именно Хендерсон. Вот, ну, типа, как и Cartoon Cat, да. Этот. Он на свинью почему-то похож. Я не знаю, почему. Я не знаю, как делать его похожим не на свинью. Потому что корги похожи на свинью. Но все не так плохо, он мог бы просить включить Хазбин Хотел. Он еще слишком мал для этого. Мне кажется, как раз. Нет,
Хазбин Хотел, нет, тогда уж этот Девил Босс, или как, ну, который вообще... Элла Босс. Да, точно. Куда вы знаете эти вещи? Я даже как-то пошел и посмотрел Хазбин Хотел, потому что слишком много про него говорят. Ну, я посмотрел, но я так подозреваю, он дальше не выходит, потому что он получился очень интересным. Не знаю, я начал смотреть Хазбин Хотел, и у меня просто какой-то, знаешь, визуально аудио такой перегруз. Просто такой, почему там... вещи происходят так быстро и их так много, мне 30 лет, и что это такое? Я согласен насчет того, что там действительно в анимации выглядит местами очень суматошно, из-за чего ты... Я как бы есть ощущение, что ты хочешь посмотреть, что там происходит, потому что сама анимация там на самом деле довольно неплохая, ну, по-моему, на мой взгляд. Периодически. И ты не успеваешь уследить за всем происходящим на экране. Ну, то есть... Я не думал, что я человек, которого можно очень легко так перегрузить очень быстро меняющимися картинками, потому что я все-таки миллениал, а не бумер. Но это случилось. Я должен признать, что некоторое удовольствие я от него даже получить умудрился, потому что он местами забавный. Это про что? Это не про... Вот пишут, спин-офф это как раз... Hello, Bots как раз. Ну да, он и есть этот. Ну, если честно, мне он какой-то показался, ну, я понимаю, что он рассчитан на жестокость, но он что-то какой-то, если честно, сильно жестокий получился. Вот ты будешь мне жаловаться на сильно жестокий, да? Вот, ну, прям я вот такой люблю жестокость. Ты чё, я ужастики вообще не могу. Там не жестокость, там ужасы. Другое. Так, ну, слушай, давай будем честными, вот это корги, мало корги, действительно становится больше похоже на свинью, поэтому я предлагаю придумать какое-то другое название, не знаю, милг. Ну, милг, пиг, там, не знаю. Нет, тогда пилг. Пилг. Мы сможем перестроить его, мы сможем сделать его сильнее. Дайте мне шанс. Я уверен, что можно сделать что-то, чтобы он стал похож на не свинью. Лапки. Пигакот тоже хорошо мне нравится. Пигакот. Нет, с другой стороны, можно и по-русски свинако, потому что оно тоже звучит хорошо. Свинако. Да, мне нравится. Свинако. Ой, смотри, какой маленький свинокошник побежал. Свинокошник. Нет, свиноколо. 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 Что, блин? I'm drinking свиноколада. Свинако и поел, и попил, он пишет в чате. Он там вот пишет. Какие-то даже отдельные вещи, а то... Если голову поднять над телом, ну да, может быть. Ну тут же голова в теле как бы. Да. Голову поднять над телом. Но я все-таки не хочу все еще отказываться от идеи бочки в бикини. Бочки в бикини. Там, может быть, третий... Запрос, если... Бочка. Если совет примет такое решение... Нужно посоветоваться с старшими богами. Консул вынесет свой вердикт. Когда хвост. Вот видите, появился хвост, это сразу уже больше ясно, что не свинья, а вовсе даже и корги. Вот бы с некоторыми людьми так же. А знаешь, что, может быть, еще дырочки надо было... Никак... Чем еще надо было дырочки, прости? Нет, ну, в смысле, это носовые пазухи. Так носовые. Тебе... Ноздри, в смысле? Ну, тогда точно свинья, понимаешь? Не, если их сделать внизу, как этот... Как трусы бикини. Нет, не так. Началось. Опять бикини. Ну, я просто не знаю, как сказать.
буквой Т внизу. Вот так? Нет. Ну, да, нет, все еще похоже на это. Вот, да. Ну, сидит там не похоже. А ты возьми и придумай. Да возьми и нарисуй, да. Не, мне кажется, нормально он похож на теперь на корги. Не, я согласен, да, вот теперь больше корги, чем свинья. Хвостик все делает более коргивым. Но боюсь, что Ване теперь придется объяснить, каким боком у него молоко изо рта не выливается. Это и есть молоко. Вот оно льется же, ты чё? Да. Это же откровенно видно, что оно льется. Это язык, сделанный из, знаешь, как есть твердый свет. Это твердое молоко. Свернувшееся. Молоко — это часть организма, понимаешь? Тогда что произойдет, когда все молоко вытечет? Ты не хочешь этого знать. А почему? Оно вытекает, он одновременно вытекает, и он всасывает одновременно его. Он это, вот, в таком положении постоянно бегает. А оно как этот, как кот Шрёдингера в двух состояниях одновременно. Вытекает и обратно всасывается. Чтобы он мог всасывать обратно, ему нужно каким-то образом создавать разницу давления. Разницу давления. Иди тут умничает. Что, умный, что ли? Я чувствую, что... Иначе я бы не говорил о таких вещах. Я чувствую, что мне просто нужен где-нибудь самый виджет в оверлее стрима. Такой с градусником. Градус безумия. Я чувствую, что у нас сейчас такая восьмерочка. Крепкая восьмерочка. Из ста, я надеюсь. Если бы. Потому что я уверен, что мы можем достигнуть большего. Нет, из ста. Из Фаренгейта. Нет, Андрюшка, давай так. Мы можем достигнуть большего, но Twitch может не позволить больше. Вдруг. Мы же только хорошие вещи делать будем, что ты. Свинако, позволь себе больше. Нет, Ну хотя да, Ваня, но некоторые позволяют себе стримить в бассейны. Чё мы не можем позволить себе? А по-моему, это уже запретили, нет? Да? Я вот сейчас прямо... Сейчас я вот прям пойду... Ромашка вот прямо сейчас из бассейна тебе стримит. С тобой. О нет, меня забанят. Смотри, мы тыкаем категорию Just Chatting. И что там, нет категории там ванная? Ванная. А слушай, правда нету. А нет, есть, все, я нашел. Есть? Я уже нашел, да. Вон стоит девушка в бассейне. Одетая? Нет, если бы она была раздетая, то уже две нашел. В одном бассейне? Нет, в разных. Нет, может, это один бассейн. Может, они просто по очереди им пользуются. Ну, продолжайте наблюдение. Докладывайте все. Докладывайте все, что видите. Ну, если... я, кстати, я недавно, я не помню, где. Слышал, что на Твиче, типа, не банили чувака, который показывал, как одевать презерватив. Ну, это же образование, образовательная деятельность. Да, да, ну я просто... Да, он показывал, на живом показывал. Вообще, например, у Ютуба есть там какое-то правило, которое позволяет показывать всякие такие вещи при условии, что они типа какие-то образовательные или что-то такое. Короче, поэтому ты можешь, допустим, ввести на Ютубе naked йога, ну, типа обнаженная йога, и увидеть йогу внезапно, которая, ну, полностью обнаженная. И типа Ютубу норм. Ну, это, ну, если честно, это выглядит как лазейки для обуза, нет? Нет, ну это откровенно выглядит. Да ладно. Да быть такого не может. Ой, а можно мы вернемся к рисованию? Я задам дебильный вопрос. А почему, Ваня, ты сперва, короче, нарисовал, а потом сделал серым, и теперь рисуешь снова? Ну, это просто такой очень быстренький лайн-арт. То есть, если посмотреть, например, на изначального котика, то он немного такой полупрозрачный. А это такая уже обводочка. А зачем она?
То есть, я обратил внимание еще на коте, но я был не в голосе, поэтому не мог задать вопрос. Вот. То есть, ну... Ну, типа, так выглядит более проработанным. Я могу поработать над какими-то деталями, я могу исправить что-то, доработать что-то. Окей. Я буду тебе еще такие вопросы задавать. Пожалуйста. Норм. Это же образовательный стрим. Да, и потом, как бы, Ваня подпадет под закон о антипросветительской деятельности. В смысле, наоборот, о просветительской деятельности. Да. Все там будем. Это так. Был бы стример. Закон найдется. Ну да, видишь, котик такой выглядит немножко неряшливо, а тут такой аккуратненький. Котик у него выглядит неряшливо. Ты, блин, выглядишь неряшливо, котик классный. Я имею в виду черно-белого, ну, в смысле, черно-белого, изначального, как это, кота-прародителя. Котик Прайм. Прайм Кэт, но... Не, мне нравится, кстати, корги очень. Малокорги. У вас малокорги. Блин, а я теперь буду грустить о потерянной возможности со свиноком. Свиноком. Винак. Ваня, тебя вон Энлорд обвиняет в том, что ты секреты распространяешь. Да. Что ты скажешь в свое оправдание? Ничего, я ничего не могу сказать в оправдание. Видимо, на следующий стрим мне придется сделать то самое. То, что делал этот чувак-фокусник по телевизору, когда он раскрывался. Из чего? Ну, было какое-то телешоу, какое-то время. А, где в маске такой этот? О, блин, как я в детстве его обожал. Да, и вот то же самое. А что он в конце сделал? В конце? Я. Ну, ты говоришь, он в конце делал. Наверное, раскрыл какой-нибудь главный секрет, не знаю. Нет, я наверное, не подумал и сказал. Не, все, я понял. Я думал, ты говоришь про то, когда закончился этот сериал, типа он в конце там снял маску и такой, хо-хо, оказывается, я Копперфилд, и раскрывался секрет. Оказывается, это чувак, которого и так никто не знал. Да, и он такой снимает маску, все такие, кто это? Ой, это было в какой-то супергероике, в какой конкретно, блин. Это было, по-моему, в Лиге Справедливости, когда Алекс Лютер что-то притворялся Барри Алленом. И он такой, наконец-то, я узнаю, кто находится под этой маской. Снимает маску, такая тишина. Понятия не имею, кто это. Просто комедийное золото. Я помню вот этот вот кадр, блин, панель комикса. Я даже не помню, что это, но я помню саму ситуацию, она классная. Нет, ну она и звучит классно, а мне кажется, выглядела она еще лучше. Надеюсь. Ну, не хуже точно. Господи, почему мой Лекс Лютер звучал как Капитан Фрост из сериала на CW? Потому что мог. Да. Еще потому мне кажется, у твоего малокорги на языке еще один язык. Это молоко, я просто показываю, что это молоко. Ну, подожди, это в лучшем случае. В лучшем случае. Твою мать. Ты опять, да? Я ничего не сказал. Все, что вы хотите мне предъявить, это ваша фантазия. Спасибо, что испортил концерт, Машка. Если это стереть, потому что я буду думать об этом. И все будут думать об этом. И меня забанят на Твиче. Нет, может, есть достаточно святые, добрые люди, которые так могут не думать. Не, я уверен, что есть, но я думаю, что никто из них не смотрит мой стрим в 2 часа ночи. Я думаю, они, в принципе, стримы не смотрят. Потому что тут всякие женщины в бассейнах. Грешновато. Да. Мы не можем такого показывать в христианской манге. Андрюшка должен был сейчас так заплакать манга. Говорит. Почему я должен был заплакать? Не знаю, может, ты не дочитал Берсерка? А кто-то дочитал? Простите, пожалуйста, это ужасно. Мне очень стыдно за эту шутку. Ну...
Надо же поднимать градус безумия. Не знаю, такой градус безумия. Ладно, тогда я наоборот снижу градус. А что, Берсерк стоит читать вообще? Не знаю. Я не читал. Я не читал, потому что я не читаю незаконченные романы. Я не читал, потому что не уверен, что прочитал хоть одну мангу в своей жизни. Не, слушай, я думаю, что, может быть, у автора остались неопубликованные эти, неопубликованные... Не, там же писали, что этот... Во-первых, он работал последние годы вместе с ассистентами, короче, которые ему помогали. И там уже один из ассистентов этих, типа, объявил, что, типа, да, есть черновики, есть наброски, типа, и, короче, постараемся закончить. В смысле, закончить в принципе, закончить? Или закончить просто, чтобы все отвязались? А я откуда знаю? Я в головы к людям не лезу. Мое дело тебе рассказать, что было, а как интерпретировать вперед. Нет, кстати, автор Берсерка, правда, наверное, знал все, чем закончится. Ты же знаешь все истории Дэн Дэшн и Андрюшка, которые должны были закончиться, но мы их не закончили. Ну, как минимум, я умело делаю вид, что знаю. Или ты придумываешь на ходу? Ты никогда не узнаешь ответа. ДНД мастер что-то придумывает на ходу? Вообще. Impossible. Ну вообще, да, там про него вроде как говорили, что он это... ну, что он наперед пишет. Ну, логично. Не, просто я, знаешь, я иногда натыкаюсь на статьи, там, типа, как написать хороший роман, ну, типа, из этой серии. И вот почти во всех статьях пишут, типа, авторы хороших рассказов начинают придумать рассказ с конца. Ну, то есть они с конца начинают уже, они уже с конца все придумали и доходят до начала. Нет, Андрюшка? Я не знаю, как делают хорошие авторы. Плохие. Давай расскажи. Я, если что-то делаю, я скорее не от концовки, а отталкиваюсь от какого-то ключевого события. Вот. Вокруг которого... Ради которого все и задумывается, в общем-то. Мне кажется, Энлорд тут все ДНДшничают. Мне кажется, все, кто сейчас сидит здесь, во всяком случае, в голосе, все хоть как-то имеют... отношение к ДНД. ДНД, что, употребляешь ДНД? ДНД. Там же было одно время пачка этих роликов таких, ну, естественно, более-менее стёбных, где это, как опознать ДНДшника среди своих друзей там. Ну, даже самый смешной. Слушай, я не помню, это было в моей юности. Ну вот. Ну, а нас уже нердами обвиняют. Ну, конечно, конечно. Нет, ну, я нердо представляю себе почти так же, как нас. Учитывая, что ты тот же самый человек, с которым я играл в Age of Empires и 13 Age, что это скорее был боевой клич такой, чем дразнилка такая просто. Это типа как этот, как ВАК, только нёрдс. Да. Assemble. Это прекрасно. Assemble, мы сейчас типа должны собраться, да, в одного большого мега-нёрда. Угу. Мега-нёрд, это ж, блин. Мне нравится, как у Вани в чатике вот только что появилось слово нёрдс, ну, в смысле, на экране. Да, у меня небольшая задержка. Мне кажется, что... Нельзя собрать Вольтроном мега-нерда, на самом деле, потому что никому не нужно. Потому что нерды-интроверты. Да, потому что я не могу собраться в Вольтрона, да, у меня дела. Давайте соберемся в Вольтрона на пятницу. Нет, они должны быть. Мы собираемся такие, о, как вы близко, и такие разваливаются. Так, ладно, знаете что? С вами здорово, ну, Василиса освободилась, и мы поедем домой. Так что я вас покидаю. Ты считаешь, что ехать домой лучше, чем быть с нами? Нет, я не считаю. Ну, я не хочу на работе сидеть больше. Пожалуйста, можно я не буду сидеть на работе? А я домой.
Я вон по пути включу вашу беседу в телефоне и буду как вместо музыки слушать. Это будет музыка для моих ушей. Для души. Ну ладно. Иван, раз уж мы затронули тему интровертства и прочего, вы же составите нам компанию 28 числа в баре? Кстати, вон этот, так, я в топчик небольшой, там же Энлорд в Дискорде скинул бочку. Бикини. Бикини. Я говорю, я считаю, что все-таки, поскольку это суккубочка, ей нужны крылышки. Да. Окей. Такие, типа, небольшие летучие мыши, что-то такое вот. И в основном все прекрасно. Окей, этот стрим должен видеть эту чудесную, чудесную суккубочку. Авторство Энлорд. Копирайт. Ты не забудь, да, копирайт поставить. Вдруг потом скажут. Ай-яй-яй. Эндлор такой. Ментальный, собственно. Да. А я вспомнил, я же не просто так еще сидел. Я перекомпилировал проект в Unity, в андроидный проект. И как получилось? Ну, нет, он еще компилируется. Я... Так ты не уходи никуда. Нет, нет. Ты будешь с нами forever, forever, forever. Ну, слушай, тут он компилит шейдеры точно так же, как в Unreal, когда с платформы на платформе переключаешься. Так что мне не привыкать. Ладно, все, я пошел, давайте. Не скучайте. Обязательно приходи еще. Я так по-свойски, конечно, приглашаю тебя на стрим к Ване. Ладно, давай. Ты не как конференция, а знаешь, просто на каких-нибудь там... Ну, знаешь, какой-нибудь там Saturday Night Live есть ведущий, просто чувак, который откалывает какие-нибудь... Я понял, о чем ты, да. Да, я не знаю, как они называются. Никто не знает. Они сами не знают, как они называются. Просто видишь, ты создаешь такую уютную домашнюю атмосферу, что я чувствую себя у тебя как дома и приглашаю к тебе гостей. Я никогда не буду пускать тебе в своем гости, потому что последствия могут быть непредсказуемы во всей реальности. А я как вампир, как бы ты уже дал приглашение, я... Оу, фак. Означает ли это, что все, кого я приглашал на стрим теперь, все, кто вампиры, теперь официально могут приходить ко мне домой и спать у меня на диване? Это каждый решает для себя сам. То есть тут очень важно как-то самопознание. У меня есть отличная идея для какого-нибудь рассказа в духе, что мы делаем в тени. Когда люди приглашают вампиров к себе, но они не начинают кусать людей, а просто начинают жить у них на диване. И те не могут ничего сделать, потому что, ну, это же вампиры. Да. Звучит отлично, я бы почитал. Что-то в духе вампиров средней полосы, наверное. Ой, а ты посмотрел? Нет, но это на удивление выглядит как сериал, который я, возможно, хотел бы как-нибудь посмотреть. Просто их так яростно и активно нахваливают, что я прямо хочу сесть и посмотреть. Мне кажется... Учитывая, что у меня... Мне просто... Я давно ни в чем не видел Олейникова. Подожди, кто это из них? Стоянов. Стоянов, хорошо. Я так давно его не видел, что я забыл, как у него фамилия. Отмазался. Боюсь, что увидеть Олейникова нынче достаточно проблематично. Да. Он как бы умер. Это, я никогда это не запомню, потому что, блин, я недавно читал целое большое интервью, а потом слушал песни из нового альбома. И все равно я не помню, кто из них Олейников, кто из них Стоянов. Песни из нового альбома? Ну, он типа пишет какие-то бардовские песни. А, да? Да. Вроде даже такие южные. Единственная песня, которую я точно знаю, что она хоть как-то связана с Олейниковым Стояновым, это «Ах, как хочется вернуться в городок». Да, ну, там как раз одна из песен посвящена там. Помню.
такой ностальгии и городку. Очень слезливая. Слезливая. Там вон Энвард сокрушается, что ты показал его бочку на стриме, и все теперь будут считать, что это лучшее, на что он способен. Ой, а у вас у художников бывают какие-нибудь вот типа, как знаешь, как у рэперов в батлы, когда там стоишь, там что-то творчество свое показываешь, потом бросаешь стилус на пол с криком раунд. Звучит здорово, но мне кажется, если брать среднюю самооценку среднестатического художника, то, скорее всего, это закончится тем, что ты человек бросит стилус на пол, а потом будет просто: о, господи, зачем я это сделал? Зачем? Я же ничтожество. Я же не умею рисовать. Зачем вызвал его на батл? Прекрасно звучит, еще интереснее. Ужасно. Не, мне кажется... Я думаю, вам стоит попробовать. Да. Кстати, да. Ну, мне кажется, что... Если... Я бы хотел мочь нарисовать эту бочку так хорошо, как это сделал ты. Мне кажется, это самый лучший рисунок, который когда-либо присутствовал на моем стриме. Мне кажется, ты не должен стесняться своего призвания. Я сейчас тоже свою лепту внесу. Это лучше, чем что угодно нарисованное мной когда-либо. Не знаю, я видел твои рисунки, да. Кроме верблюда Василия, вот это вот. Ну да, хорошо. Важное помещение. Мы не можем оскорблять. Вот единственное, верблюд Василия, это, блин, это мой магнум опус. И, возможно, он где-то у меня даже сохранился. Может быть, даже у меня. Я любил фотографировать то, что на доске в офисе висит. Минуточку, почему мой верблюд Василий сохранился у тебя? Ну... Просто я иногда любил рисовать то, что... Вернее, фото то, что на доске. Чтобы... Да, попало в... Господи, как же его найти-то, этого верблюда Василия? Тут вот просят в чат, как бы, но я не могу не похвастаться, сам понимаешь. Окей. Это выпуск, где я показываю работу читателей, знаешь. А вот же он, господи, только он в Инстаграме, как из Инстаграма его вытащить. Скинь ссылку, не знаю. Или в чат скинь ссылку. Просто. Сейчас. Я хочу его для начала вытащить, в принципе, из Инстаграма. Ну, конечно, есть простой способ принтскрина потом вырезать. Я забыл, как мы назвали булочку. Молокорги. Молокорги, точно? Ну, было еще свинако, но как бы она больше не свинья. Окей, справедливо. Нет, рыбашка какое-то другое. Что-то еще предлагал, но я не помню, что. Я кинул верблюда Василия в Дискорд. Сейчас побежу. Вот. Я, честно говоря, не помню. Возможно, рыбашка действительно что-то предлагал, но я помню только молокорги. Там было что-то про собако? Может быть. Ну нет, это было свинако. Ладно, мы никогда не узнаем. Потом я просто отмотаю стрим и пойму, что мы все сделали не так. Или напротив, слишком так. А ты долго еще планируешь рисовать? По многочисленным заявкам и для тех, кого нет в Дискорд-чатике, верблюд Василий будет призван на стрим. Я сейчас господи, трубы, которые дудят, когда там что-то в замке происходит, как они называются, мне нужно их срочно призвать. Я сейчас совершу обряд необходимый. Ha ha ha.
Чего-то не хватает. Что любит верблюд Василий? Лор. Нам нужен лор для верблюда Василия. Я не знаю, что он любит. Я не успел у него спросить, вы его стерли. Хорошо. Ладно, будем надеяться, что ритуал сработает. Приди к нам, верблюд Василий. Он здесь. Это он, дамы и господа. Василий верблюд. Можно без аплодисментов? Я считаю, что самая сильная сторона этой работы — это его задумчивый взгляд. Да. И то, что его голова похожа на третий горб. Он выглядит как расческа. Ладно. Не стоит говорить плохо о тех, кого мы больше никогда не видим. О тех, кого с нами больше нет. Да. Ладно, я не хочу продолжать отнимать как бы у тебя славу, поэтому убирай верблюда и рисуй бочку. Окей. Буква Е сбежавшая. Сбежавшая из алфавита. Следы идет сразу же, потому что Василий в отпуске. Так. Знаешь, Ваня, мне больно это говорить, но я боюсь, что вынужден тебя покинуть. Я понимаю. Все меня покидают. Малокоргий и Бурка останутся с тобой. Там еще где-то Оркуб прячется, если ты его, конечно, не удалил окончательно. Как я мог его удалить? Он всегда с нами. В душе. Путь. Ладно, спасибо, что пригласил на стрим. Было очень весело. Я что? Развлек тебя на какое-то время. И спасибо тебе, что ты зашел и развлек всех нас. Стрим почаще. Ну, интересно же. Ну, я стараюсь делать это каждую пятницу, но не всегда хватает на это. Каждую пятницу? Ты каждую пятницу стримишь? Ну, пока получается каждую вторую пятницу. Теперь, когда у меня есть место, из которого я могу стримить, то да, я стараюсь делать это почаще. Ладно, хорошо. Так что заходи, если тебе не спится почему-то в пятницу в полтретьего ночи. Это нормально, в пятницу в полтретьего ночи кто вообще спит? Действительно, кто эти люди? Ладно, в общем, спасибо тебе, спасибо чатику, всем пока. Счастливо. Я, наверное, тоже возьму небольшой перерыв. И я думаю, у нас еще есть время, чтобы нарисовать один или, может быть, даже пару заказов. Мне нравится тематика, которая у нас пока что прослеживается. Домашних питомцев, которые могут пригодиться на кухне. Так что, если вы придумаете каких-нибудь еще гибридов, мне кажется, это будет веселая тема для стрима. Фанарт Натура. Да, наверное, можно. Ладно, у меня есть время над этим подумать. У вас есть время тоже подумать, поделать что-нибудь еще. Оставляю вас с
замечательным саундтреком из Hollow Knight, и увидимся через какое-то время.
Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Мы возвращаемся к нашим обычным активностям. Окей. Из всех предложений, которые за это время сделал лорд, мне больше всего нравится первое — сыр-птица. Потому что мне кажется, что если есть молоко, если есть хлебушек, если будет сыр, это уже будет завтрак. Впрочем, колбаска тоже будет, но колбатакса — это слишком on the nose, слишком очевидно. Потому что такса очень генетически недалеко от колбасы. И мы уже сделали одну собачку. И сырная птица звучит как логичный следующий шаг. Как бы нарисовать ее так, чтобы она вошла горизонтально, и мне не пришлось сделать ее как-то вот так. Она можно нарисовать в полете. Добавлю себе место на холсте. Чувствую себя очень виноватым за то, что пропустил очень много реквестов сегодня. Потому что я постоянно жалуюсь, что никто ничего не хочет нарисовать. Сегодня с ним вроде как проблем нет. Но у меня такая забавная тема вышла. С гастрономическими питомцами. На самом деле я думал о том, чтобы сегодняшний стрим тоже был такой же, как предыдущий, где я просто занимаюсь редизайном предыдущих дизайном персонажей моего комикса. Ну, во-первых, мне кажется, что очень небольшой процент людей, которые смотрят стрим, вообще знают, слэш помнят, что это были за персонажи. Во-вторых, тот стрим был немного стрессовый, потому что делать редизайн оказалось гораздо сложнее, и хотелось уделить всему гораздо больше времени. Но 3 часа можно сделать сравнительно немного в этом плане. А еще рисовать людей в полный рост — это всегда очень большая боль. Сыр, сыр, сыр. Где, предположим, перья могут быть кусками фасованного сыра. О, господи, птицы. Что такое птицы? Мы просто не знаем. Или как рисовать. Неужели мне придется гуглить, как располагаются перья на крыле? Ну да, все это, конечно же, просто было ради фана. Просто это было как оказалось как-то гораздо меньше в моей зоне комфорта, чем я думал, потому что да, люди в полный рост, очень много дизайнерских решений, которые нужно делать очень быстро.
одной стороны, попугай, конечно, хорошо. Но как его изобразить средствами сыра? Напрашивается какая-нибудь птица, у которой уже по дефолту такая форма головы. Какой-нибудь паффин. Ладно, попробуем все-таки что-нибудь изобразить. Близко к... к... пугаю. Тукан, может быть, да. Будем расположить квадратики так, чтобы они были похожи на перья. И возможно ли это? Можно начать с конца, например. Потому что как будто напрашивается, чтобы они были таким веерочком. Как это будет выглядеть в центре? Это, конечно, пазл. Это очень церковная музыка внезапно в моем плейлисте. Разумеется, и знает назовутся. Вот что еще бы с удовольствием поиграл на стриме. Я так и не прошел на это назовутся. После обновления, которое добавило много всякого интересного. Ну и просто. Любой повод. И пройти был бы хорош. Сложнее, чем я думал. Я, кажется, знаю какую-то игру про Wayfarer, кажется. Но обычно ответ на вопрос в духе, играл ли я в что-нибудь, что выходило последние 2-3 года, скорее всего, нет. Но, конечно, если она у меня уже куплена, или я еще держался каким-то образом, чтобы не купить ее.
Нет. Я ее еще не купил. Какое... Какое самообладание с моей стороны? От этой идеи рисовать крыло. Это что-нибудь сложное. То, что нельзя истолковать по-другому. Спирит Вера. Обезьяна. Нет, тут же есть жидкость, тут же есть напиток. Нам нужно что-то, что составило бы полноценный завтрак. Например, что-нибудь с яичницей. Цыпленок яичница. Сыр, как назло, довольно одинаковых форм. По крайней мере, из того, что я могу нагуглить. По крайней мере, то, что, чтобы узнавалось, как сыр. Да, сыр-косичка, но сыр-косичка — это уже перья, которые вот эти. Так что хочется что-то еще. О, может, это будет зубочистки, как в каком-нибудь изысканном сыре. На башках. Почему нет? Мне кажется, это сыр с достаточно узнаваемой формой.
и в оригинале не было сказано, какого именно сыра ты должен быть. Так что я могу брать художественную лицензию и использовать тот сыр, который мне кажется более подходящим. Фигурно вырезанный сыр. Что-нибудь вроде такого. Это магические существа, они не обязаны быть смысленными. По крайней мере, мне кажется, что это магические существа. Райская сыр-птица. Стрим, после которого хочется есть. Но я немного перекусил, пока был перерыв, так что вы выкручиваетесь сами. Кажется, понял, как быстро рисовать косички. Знание, которое пропадет у меня в следующий раз, когда нужно будет нарисовать косичку. Всякого сомнения. Я уже забыл, как я это делал. Опять, что уже как-то рисовал викингов. Сложно вспомнить, что я рисовал в течение предыдущих 20 серий. По-моему, был один из орков. Сичкой. Ну да, викинги, почему нет? Ладно, я думаю, у нас есть какой-то дизайн. Думаю, можно его финализировать. Это просто такая круглая головка с сыром. Круглых куска сыра, которые кто-то склеил вместе. Так, эта песня уже точно была. Spotify очень сильно настроен. Серьезно, сделать так, чтобы я заснул прямо на ходу.
целует не только самые сонные песни. Это просто дырка в сыре. Что это может быть? Есть какой-нибудь сыр с дыркой посередине? Наверное, есть. Это не будет узнаваемо. Ладно, это будет просто сыр с дыркой посередине, whatever. Да, сыр на шире, конечно, бывает. Ну, я не знаю, как устроить дизайн. Да, я начинаю чувствовать, как ко мне подкрадывается усталость. Так что, скорее всего, у нас, если кто-нибудь не придумает какой-нибудь потрясающий новый гибрид, его не придется нарисовать немедленно, и, скорее всего, закончу этот завтрак на таком меню. Конечно, вышел немного странный завтрак. Бутерброд с сыром и молоко. С другой стороны, почему нет? Зачем сделать скетч, если потом все равно игнорируешь его? Непонятно. Да. На самом деле это мой плейлист с игровой музыкой, потому что я думал, что, ну, если я стримлю все на Твиче, то видеоигровая музыка должна быть окей. Но почему-то то ли у меня такой вкус в видеоигровых саундтреках, что мне нравится что-то медленное и мелодичное, то ли действительно Spotify хочет что-то мне сказать. Какая-то адаптация рассказа про то, как на ворону упал кусок сыра. И ассимилировал ворону. Я готов поспорить, что если я включу сейчас саундтрек Дума, то он найдет там одну единственную грустную песню, которая хочется спать, и включит ее мне.
Ну и все-таки саундтрек Doom — это немного не мое, действительно. Как и сам Doom. Надо сделать разные дырки, чтобы было похоже, что это разные сорты сыра. Очень рядом с нашим домом есть, не знаю, как даже сказать, кафе или ресторан. В общем, заведение с едой, которое в основном подает только сырные блюда. И это достаточно прикольно, чтобы мы ходили туда с завидной регулярностью. У них два филиала в Иркутске. И у них иногда отличается меню. И прямо есть одно блюдо с сыром, которое мне очень хочется пробовать. Но его подают именно в том филиале, который не около нас. Просто на другом конце города. Раклет, если я правильно помню. Это просто какая-то мясо, картошка. И сверху всего этого тебя отрезают ножом. Слой расплавленного вкусного сыра. И просто это звучит как... Просто пик еды. То, к чему кулинария стремилась всю свою жизнь. Просто полить что-то гигантским количеством расплавленного сыра. Ну, как... Я не уверен, что у нас когда-то что-то было по-другому в связи с карантином. Ну, то есть все для вида... Ну, как все. Те, кто хочет для вида, продолжают носить маски. Но в основном как бы business as usual. Может, только перестали... давать концерты, но я никогда и не был человеком, который ходит на концерты. Ну, по крайней мере, не в последнее время. Окей, наконец-то песня, которая не оставляет меня заснуть. Ну, еще как бы это немного связано с тем, что... Открытый нос, да, это классика, конечно. Мне кажется, это больше для... для вида, чем что-либо. У нас есть некоторые места, в которых тебя не будет обслуживать, если на тебе нет маски. Но именно в тот момент, когда ты подходишь на кассу, и как бы пытаешься что-то купить. То есть ты можешь, там, не знаю, зайти в магазин без маски, там, полчаса там постоять. Просто тебе не подадут, если ты не в маске именно в тот момент, когда ты подходишь на кассу. Но выгонять тебя никто не будет. В общем, все это у нас очень условно. Ну, как бы... Мне кажется, в Иркутске на это, по большому счету, забили, потому что, ну, у нас немного другие расстояния между людьми в любой момент времени, наверное. Ну, то есть, у нас нет такой плотной населенности. У нас дистанция 1.5 метра — это то, как люди ходят обычно. Ну, я не скажу, что я идеально сам всегда ношу маску. Постоянно. Когда иду в магазин. Потому что мне кажется, что... можно снизить какие-то риски, если одевать маску хотя бы тогда, когда общаешься с людьми, которые общаются с большим количеством людей, вроде... там, таксисты, продавцы, служивающий персонал.
Да, я редко хожу по улице. Маски уже. Я, наверное, не стоит, потому что ковидом я так и не переболел. Ну или... Или переболел и не заметил. Я, конечно, вряд ли. Majestic Creature. Мне нравится идея скрывать лицо, но мне не нравится идея... Как бы... Не мочь дышать. Я понимаю, что это, наверное, прям... Такие проблемы, о которых, возможно, не стоит жаловаться человеку с астмой. Но... Мне бывает не очень легко дышать в мозгах. Ну, это сравнительный дискомфорт. Легкий по сравнению с тем, чтобы не болеть ковидом, конечно. Зимой было классно, потому что зимой она маска не только защищала от вероятности ковида дополнительно, но еще и не было теплее. Прикольно, что носить маски было социально приемлемо. Потому что если когда ты живешь в Сибири, то... Может быть довольно холодно зимой. Особенно учитывая то, как и сильно начались ветра в последнее время. Ощущение, что климат как-то поменялся в эту сторону. Потому что постоянно какой-то ветер откуда-то дует. Может, конечно, связано с тем, что я просто переехал. И тут просто... Ну... Такие завихрения, что постоянно что-то откуда-то дует. Это прям не прикольно. Даже когда вроде бы тепло, постоянно какой-то ветер. Выходим на финишную прямую. У какого-то из этих сыров точно должна быть такая красная парафиновая корочка. Я не знаю, какого из них лучше всего это будет смотреться. Наверное, вот так будет лучше всего. Thank you.
Может, должна быть дырочка. Сыр-косичку можно сделать другим цветом. Два разных сорта сыр-косички. Здесь будет такой беленький. Здесь будет такой классический. Это можно сделать. О, нет. Какого цвета сыр-косичка? Любого, кого захочу. Окей, это выглядит как правда. Что бурка покрашена немного по-другому, чем малокорги. Может, есть какой-то способ по-быстрому исправить, чтобы мы могли по-быстрому определиться, как красить дальше. Окей. Легкие штришки добавить. Да, теперь они выглядят больше как персонажи одной детской книжки. Этого стрима начинает оказаться даже на меня, на то, что я поем совершенно недавно. Волокна все-таки в сердечке должны идти вдоль. Как-нибудь вот так. Yes, so. Композиция напоминает книгу, интересно как-то. Не поседа мякиш и не так. Почему мне кажется, что... О, господи. Почему?
Почему играет босс-музыка? Просто русская рулетка и Митми голова не у себя в плейлисте. Да, почему мне кажется, что три странных персонажа, написанных через запятую, это целый жанр детской литературы. Это могут быть какие-нибудь Непоседа, Мякиш и не так, это могут быть какой-нибудь Пузырь, Лапоть и Соломинка, или как там называется это. Да, похоже. И как же называется эта книжка, которая другая про три странных объекта, про которую никто бы не захотел читать детскую книжку? Пузырь, Соломинка и Лапоть. Нет, так и есть. Я ничего не выдумал. Может, это все адаптация одной и той же сказки, не знаю. Да, может быть, это архетипы вестерновские. Или формула... Что-то вроде Three Stooges. У тебя должны быть три каких-то странных персонажа. Ссоры, предательство, преодоление невзгод, путешествия. Это звучит как Netflix адаптация Соломинки, Пузыря и Лапти. Или, простите, Непоседа, Мякиш, не так. Лебедь, рак и щука, Брус был безбывалый. Три богатыря. То есть вряд ли как-то связано с тем, что просто это в писательстве хорошая динамика, да? Впрочем, мне всегда тоже казалось, что оптимальное количество людей — это три. Как только количество людей превышает три, мне становится немного неловко. Да, почему бы не на всей планете? Мне кажется, слишком много людей. Нет, не людей, а... Как бы это правильно выразить? Ладно. Уйдем с этой темы. Танасовской. Знаете, может быть, много людей. Тихо, пока мне не нужно с ними общаться. Любительская корзина, да.
наконец-то пошли теории заговора. Я уже думал, мы не начнем их обсуждать. Так, окей, название, нам нужно название. Ключевые слова попугай и сыр. К счастью, есть очень много дурацких названий сыра. Сыркаду. Может быть. Может быть, кому-нибудь камамберду. Нет, ладно, это ужасно. Я начинаю подозревать, что мы не придумаем ничего лучше, чем сыркаду. Папугауда. Не знаю, что мне нравится больше, сыркаду или папугауда. Сыркаду так сыркаду. Нет, у меня тут, если посмотреть на стрим, то в нижнем сегменте оверлея написано, что за музыка играет прямо сейчас, вот где-то вот здесь вот. Может быть, не знаю. Окей, я думаю, мы... Я думаю, мы неплохо потрудились сегодня. Я думаю, мы сделали новый... Придумали много новых видов продуктов.
должен какой-то более аппетитный задний фон, чем серый. Да, так поприятнее. Я думаю, из этого можно уже начинать свою версию покемонов. Мне кажется, это perfect idea. Это как Bugsnax, только еще круче. Будут звери в виде еды. Их нужно поймать всех. Собери их всех. Собери и съешь. Окей, спасибо большое всем, кто зашел на стрим. Спасибо дедушке Бразухану за бурку. Она же съедобный кот в описании заказа. Спасибо ему за то, что он начал весь все это безумие, полагаю. Спасибо Экспару за Малокорги. Спасибо Энлороду за Сыркаду. Он же Попугауда. Да, это было... Это было весело. Я получил большое удовольствие от сегодняшнего стрима. Я надеюсь, что вам тоже было приятно провести эти 2,5 часа в компании этих чудесных животных. Да. Надеюсь, что... Нет, в следующую пятницу не получится. Но, наверное, точно так же через 2 недели я, возможно, попробую устроить стрим еще раз. И... Потому что это... Что из этого получится?